О гипертонической болезни, ее последствиях для здоровья и программах по доступности препаратов, которые снижают артериальное давление, говорили на прошлой неделе доктора. На уровне 1995 года распространенность артериальной гипертензии представляла 10%. Сейчас она достигает 30%, а в определенных возрастных группах достигает 50%. Поэтому специалисты бьют тревогу и настаивают на том, что каждый человек обязан знать цифры своего давления. А если уже столкнулся с их систематическим повышением, то контролировать. Возможно, это при помощи специальных препаратов. Торговых названий много, а самих молекул или действующих веществ не так уж много, но их достаточно много. Вообще в группу лечения артериальной гипертонии входят препараты всего 5 групп. Ну, это огромное множество, они даже в группе могут отличаться. И, конечно, сегодня важно именно персонифицировать лечение, индивидуализировать, потому что хорошо одному человеку, может не подойти другому человеку. Хотя препарат очень качественный, препарат хороший, даже может быть оригинальным препаратом. Подобрать нужное лекарство и дозу может только доктор. А вот чтобы препараты были более доступными для пациентов, уже третий год в Одессе в рамках программы здоровья горожане имеют возможность покупать лекарства от гипертонии с 50% скидкой. Выбрана группа больных, страдающих артериальной гипертонией, которые не имеют никаких льгот. Это группа пенсионеров. Так, в 2016 году в программе участвовали 47 800 человек. Из городского бюджета было выделено 2 857 000 гривен. Благодаря постоянному контролю артериального давления доктора наблюдали уменьшение количества гипертонических кризов, инсультов и инфарктов среди пациентов. В 2017 году на эти цели в городском бюджете запланировано 3 миллиона гривен. Ведь лекарства нужно принимать постоянно. Но при этом доктора напоминают, что снижение факторов риска позволит отсрочить гипертоническую болезнь. Факторы риска известны, они уже озвучивались. Это курение, это ожирение, это малоподвижный образ жизни, это некачественное высококалорийное питание, это избыточное употребление соли. А если уже есть у человека подозрение о заболевании, то доктора имеют в своем арсенале все необходимое, чтобы либо подтвердить его, либо опровергнуть. На вакцинацию маленьких одесситов от кори обратила внимание родителей главный внештатный педиатр Департамента охраны здоровья Одесского горсовета Анна Лунева. В соседней стране, которая граничит с Одесской областью, в Румынии вспышка кори. Там уже переболело около 3000 людей. Есть и смертные случаи. И для таких заболеваний вирусных особенно, да и вообще для заболеваний, сейчас границ нету. Как отметила специалист, для того, чтобы не было вспышки заболевания в Одессе, практически все дети должны быть вакцинированы. Детское население нашего города составляет 155 400 детей. Процент вакцинации у наших детей от этой инфекции составляет всего 42%. Всего 42% детей защищены. А для того, чтобы в популяции не возникла вспышка, необходимый процент вакцинации составляет 95%. Это значит, что из 100 детей 95 должны быть привитыми. А вот детей, которые в 6 лет были привиты, на сегодняшний день всего лишь 19%. Вакцин от кори, известные как КПК, в Одессе есть в достаточном количестве. Поэтому, если малыш не был привит в годик и в 6 лет, родители могут обратиться в поликлинику, чтобы ребенок получил вакцину. В весеннее время года особо ярко проявляет себя такая патология, как аллергия. К сожалению, мы все являемся заложниками нашего времени, и количество аллергических заболеваний значительно увеличивается. И на сегодняшний день около 30% населения земного шара страдает аллергической патологией. Цветение растений и трав, укусы насекомых, появление новых фруктов и овощей. Человек должен знать о своей аллергии, чтобы правильно подготовиться к внешним факторам риска. Вы должны понимать, что яды любых насекомых – это белковые образования, это белковая химическая структура, которая может вызвать в любом организме аллергическую реакцию, либо местную, либо системную. Местная реакция, она, как правило, бывает практически у всех. У нас зудит, у нас появляется в месте укуса, либо в месте введения яда припухлость, образование. И если нет системной реакции, что значит системная? Если организм, весь организм не реагирует на это,
чем? Снижением артериального давления, головокружением, резкой слабостью, тошнотой, рвотой, то, в принципе, такие укусы могут лечиться, либо такие виды аллергии могут лечиться амбулаторно. Если пациент знает, что он истинный аллергик, у него есть истинная аллергия на укусы перепончатокрылых, он должен иметь при себе так называемые ручки, в которых шприцы, в которых содержится препарат адреналин. В Украине пока не зарегистрировано вещество, вот эта ручка-шприц, которая помогает мгновенно ввести препарат, и пока до сих пор регистрация не проведена. Но, как я знаю, 2017 год, наверное, будет в этом плане поворотным. Напомним, что в Одессе работают два аллергологических центра – городской и областной, где можно пройти исследования и найти источник аллергии, будь то пищевой продукт, пыльца, пыль и так далее. На прошлой неделе в родильных домах города на свет появились 213 малышей, а это на 23 новорожденных больше, чем недели ранее. Среди них 125 мальчиков, 88 девочек и одна пара близнецов. Пальма первенства по количеству новорожденных на прошлой неделе осталась за 7-м роддомом, где родились 48 детишек.